Пацантре, всех рад видеть, и это 27-я серия нашего пути фермера на Аризоне. Просто посмотрите на нашего персонажа, как же он поменялся с прошлой серии. Какие же у него теперь классные очки. И в этой серии я хочу, ребят, решить вопрос с нашим бизнесом, который у меня сейчас простаивает, который мне, к сожалению, уже перестал приносить какие-то нормальные деньги. Ну и, ребят, не забывайте, что я играю на Аризона Каса Гранде. Указывайте мой никнейм Данте Мэдди и промокод хэштег Данте. И поставь, бро, лайк, пожалуйста. Лайк и подписка. Ребят, вот кто не видел прошлую серию, я вам, честно говоря, вообще не завидую. Обязательно ее посмотрите перед этой серией, либо после, в принципе, неважно. Я там поднял 2 миллиарда. Ну и, наверное, у вас сейчас возникнет логичный вопрос, куда я их все практически дел. Ну а на самом деле, ребят, все очень просто, я решил правильно вложить эти деньги. Во-первых, я все-таки решил задействовать свой новый дом, в котором уже есть подвал с вентиляцией, но нет видеокарт. И я решил попробовать купить у чувака 20 видеокарт 5 уровня на Аризона стейблкоины. Вышло у меня это все примерно чуть больше, чем 200 миллионов. Ну и теперь у меня в подвале красуется уже моя 5-я майнинг-ферма на Аризона стейблкоины. И примерно за неделю у меня уже нафармилось 560 штук. Это выходит примерно 22 миллиона, что уже выходит даже, по-моему, выгоднее, чем биткоины. Ну а во-вторых, я максимально сильно раскошелился на тот самый скин, который мне помогал выполнять Battle Pass. Да, казалось бы, конечно, ребят, что вообще такого в этом скине, что он стоит 600 миллионов, блин. Но, кто не в курсе, у него встроена нашивка на опыт Battle Pass. И следующий Battle Pass, который выйдет, скорее всего, весной, с помощью этого скина я постараюсь пройти его одним из самых первых. Так, ребят, честно говоря, я уже давненько не проверял, что у меня там вообще на банковском счете. Посмотрим. Состояние счета 80 тысяч, депозит 216. Ладно, пускай это все лежит, но вот с пенсионного счета, я напомню, мы в прошлой серии сделали с пенсионерами, снимаем 14 миллионов, которые мне накапали просто так. Да, комиссия, блин, конечно, нормальная. Куда моя пенсия ушла, блин? Блин, Аризона грабит пенсионеров. Я буду жаловаться. Биткоины, я думаю, тоже можно продать. Сейчас курс более-менее нормальный, он немножко подрос. И плюсуем на кармашек еще примерно 180 лямов. В принципе, кстати, уже почти отбил вложение в 5-ю майнинг-ферму. Так, ребят, я сейчас нахожусь около своего бизнеса, парковочное место 398. Самое главное, что я сейчас вообще узнал, это то, что мне практически каждый день каким-то образом накапывает сюда по 1 миллиону вирт. Вот, смотрите, в среду было вообще практически 1,5 миллиона. А самое интересное в том, что я сюда не ставлю вообще никакие тачки в аренду, тем более уж самолеты. Так, короче, всю вот эту вот прибыль я снимаю с банка. Оставим 47 тысяч потенциальному покупателю. Ну и сейчас на этом аккаунте я первый раз выставлю бизнес на аукцион. Выберем аукцион за наличку, потому что за другую валюту, ну, абсолютно нет смысла. И стартовую цену давайте попробуем поставить 1 миллиард. Ну и шаг ставки в 100 тысяч. Ух. Блин, надеюсь, это заинтересует людей, хотя бы кто-то будет вообще участвовать в этом аукционе и, ну, продать эту парковку получится где-нибудь миллиарда за 1,5. Блин, максимум можно 900 миллионов, это еще больший риск. Ладно, была не была, блин. Бизнес на аукционе и стартовая цена 900 миллионов. Выставил парковку в Аэро ЛС на аукцион. Фух, ну до конца аукциона у нас 4 часа, получается в 10 вечера эта парковка продастся. Я очень надеюсь, что ставки дойдут до 1,5 миллиарда, потому что это, ну, минимальная цена за эту парковку. Здесь я либо очень много денег потеряю, либо хорошенько даже получится поднять. Все, начинаем ждать. A few moments later. Ребят, прошел уже практически целый час. Пока что, к сожалению, ни одной ставки на бизнесе у меня нету, так и висит до сих пор 900 миллионов. Пару человек мне уже написали, давай куплю за 500 миллионов за майнинг ферму 5 левела. Ну и пока что особо заняться и нечем, поэтому я на центральном рынке покупаю нужные мне ресурсики и попробую сегодня также приумножить свой капитал, только на этот раз я планирую потратить на это поменьше денег. Как минимум, потому что я нахожусь не на Vice City. Да, я сейчас понял, что какие-то ресурсы все-таки лучше покупать у себя на сервере, потому что на Vice City могут быть цены очень странными. Это была максимально плохая идея попробовать покрафтить вторую серию подряд. Мне сейчас как будто все намекает, что не нужно этого делать, не нужно крафтить. Я никак не могу сейчас вызвать
Нагинса, потому что он сдох. Ресурсы сегодня максимально по неадекватным ценам. И я на самом деле даже сбился со счету, сколько я сейчас потратил на вот эти вот ресурсы. Да, 250 алюминия — это все, что я нашел сейчас на центральном рынке. И то по максимальному оверпрайсу у меня сейчас хватит на сколько? На 5 попыток. Сомнительно, но окей. Ну, это будет максимальное везение, если они мне сейчас выпадут. С 5 попыток. Первая попытка неудачна. Вторая неудачна. Ладно, окей, я не верю. Третья. Четвертая. Да. Ну, ребят, это называется лудомания, и повторять за мной ни в коем случае нельзя. Будьте умнее, чем я. Ну, ребят, время уже почти 9 часов. Я сейчас кружусь как раз над парковками в аэропорту, и примерно 2 часа осталось до конца аукциона. Давайте посмотрим, есть ли вообще ставка, и ставок еще не было. Как так, блин? Почти все эти 2 часа я флудил в VIP-чат, что аукцион на парковочное место в аэропорту Лос-Сантоса. Как-то всем, к сожалению, пофиг. Да, потому что реально те 500 миллионов, которые мне ВКонтакте предлагал подписчик, это самая высокая цена. Ладно, увидимся позже. A few moments later. Как видим, ребят, народ потихонечку подтягивается к нашему парковочному месту. 5 человек здесь уже стоит, тусуются. Ну и самое-то главное, вы хотите увидеть, какая здесь ставка? 1 миллиард 300 миллионов и завершение аукциона через 21 минуту. Очень долго висела ставка ровно 1 миллиард. Сейчас вот Хаято, вот этот вот парень, ее перебил. 1 300 000. И, короче, посмотрим. Очень надеюсь, что кто-то перебьет эту ставку, еще поборется за эту парковку. Ну, а я пока сгоняю до банка, положу туда все свои деньги, чтобы на всякий случай они не багнулись. Потому что, кто не знает, больше 2 миллиардов на руках держать нельзя. Еще одно объявление написал в VIP-чат, сказал, что 20 минут осталось до конца аукциона. Закидываем 500 миллионов. Все. И возвращаемся к бизнесу. Будем следить, какие там ставочки. Итак, ребят, прямое включение с моего аукциона. Последняя ставка 1 миллиард 420 лямов 6004 доллара. Блин, не мог поставить, ну, 5 долларов хотя бы. Ну, что так мало-то? Короче, Хаято поставил просто все свои деньги, которые у него есть на аккаунте, как я понял. И смотрите, здесь подъехала уже тяжелая артиллерия. Вот этих парней я знаю, что они при деньгах. И, короче, сейчас посмотрим. Походу, они будут брать кто-то из них троих. Перебьете, ребят, пожалуйста. Извини, но она мне не нужна, броу. Я интриги нагнать хотел. Понял. Ну, в принципе, 1 400 000 тоже очень такая неплохая цена за парковку. Мне, в принципе, нравится. Это хотя бы не, блин, майнинг-ферма, которую мне предлагали ВКонтакте. 1 500 000. Все, вот это то, как я хотел. Походу, Хитоми и как раз и заберет ее. Блин, немножко жалко Хаято, который поставил только что все свои бабки, которые у него были. Но вот чуть-чуть, на 80 лямов. 80 лямов ему не хватило. Вот тут, смотрите, еще Кен Кубота стоит, тоже очень жирный чел. Мой сосед по киоску на админском аккаунте. 1 минутка до конца. Все, и у меня будет 1,5 миллиарда плюсиком. Или, может, перебьют еще. Кто перебьет, тот красава. Ну-ка, подействует это на пацанов. Я девочка. Продолжай. Стоп. О, 1 600 000. Сюда. Сюда. Это уже больше даже, чем я хотел. Yeah. 1 700 000. Погнали, ребята. Вот это начинаются торги. Вот это я люблю. Я хотел продать за 1 500 000. А за сколько брал его, спрашивают. Но я не хочу говорить, не хочу. Я скажу это после аукциона. Чел пишет, я в банк поехал. А не поздно ли, нет? Походу сейчас будут перебивать еще сильнее. Йоу. Ну погнали. А, на 100 тысяч выше, понял. Ладно, так походу и будут. Ну, 1 700 000. 1 800 000. А если будет выше 2 миллиардов, и меня, например, крашнет, у меня деньги багнутся ведь. Йоу. 1 900 000, ребят. Чё они делают? 1 900 000. Там самая высокая ставка, это, по-моему, 2 миллиарда 100 миллионов с чем-то. 200 лямов осталось. Дожмем, может, дожмем до 2 миллиардов. Вот это да! 1 919 000. Блин, мы тут, походу, до утра будем, ребят. Время 11. Блин, точно, мне бы еще денег на банк положить. 50 миллионов. 1 999 000. Блин, а как мои 50 лямов положить? 4, 3, 2. 1, 2 миллиарда у меня.
Но они ушли в минус, блин. А, нет, комиссия, все нормально. Сюда! 2 миллиарда на руках, снова, как и в прошлой серии. По-моему, реально лучший расклад представить тяжело, потому что, ну, 1,5 миллиарда максимум цена за эту парковку. Максимальная вообще, которую мне предлагали, а здесь аж 2 миллиарда. И это я 20 минут назад закинул 500 лямов еще на банк. Короче, все, у меня максимально толстый кошелек, у меня не влезают вообще деньги. Ребят, ну все, я очень богатый. Давайте еще сюда закинем. Все, ровно 2 миллиарда у меня на банке. И вот так вот теперь выглядит моя статистика. Еще почти 300 лямов на Вайсити. Йоу, вот это за 2 серии я сделал себе капитальчик. Если подпишешься на мой канал и поставишь лайк, будет точно так же. Можешь проверять.